Здравствуйте! Меня зовут Джоанни Филиппоне, это Faberly Home, и сегодня с вами будем готовить супер вкусный арончини по-сицилийски. Для этого нам понадобится рис арборио, пармезан, ветчина, моцарелла, яйца, мука и сухари панировочные. Масло подогреется и добавляем рис. Мы должны слегка пожарить рис, чтобы он был такой золотистый. Теперь мы должны постепенно добавлять овощной бульон. Очень важно добавить бульон постепенно, а не все сразу, потому что мы не знаем, сколько бульон нам потребуется. Пока наш рис готовится, друзья, мы будем заниматься начинкой. То, что от нас потребуется, это просто резать мелкие кубики или соломки, или слайсами, как хотите, наша начинка. Итак, друзья, наш рис дошел до альденте. Добавляем соль и перцем по вкусу. И, конечно же, самый главный ингредиент итальянской кухни – пармиджано. Реджано. Перемешиваем, чтобы наш сыр растопился однородно вокруг риса, и перекладываем все в противень. Этого нужно, чтобы рис остыл. Начинаем оформить наши арончини. Для этого нам потребуется взять небольшое количество риса и сделаем вот такое вот маленькое углубление. В углубление будем выкладывать наша начинка. И закрываем сверху еще с таким же количеством риса. Остался только их запанировать. Сухари, мука и яйца. Нам нужно будет разбалтывать. Возьмем наш арончино и очень аккуратно опускаем в горячее масло. Буквально на минуту и наши арончини готовы. Итак, друзья, наши суперские сицилийские арончини готовы. Смотрите, они какие красивые, сочные и хрустящие. С таким простым и вкусным блюдом точно пальчики оближешь. Приятного аппетита!